Здорово, пацаны! Сегодня у нас 1 февраля 2021 года. Погода замечательная, светит солнце. И думаю, как бы это, грех в лес не сходить. Тут поблизости от моего дома лес, наполовину еловый, наполовину, короче, тут всякая канитель растет, но неважно. Снега навалило очень много, я пока сюда пробирался по колено в снегу. Ну, наконец-то пробрался. Это то место, короче, где мы все время тут с пацанами тусим, короче, грубо говоря. Здесь мы вот жарили шашлыки. Как бы вот недавно. Вот рогатюлинки засыпаны снегом вообще. Поэтому рогатюлинки вот такой высоты. Вот все засыпано снегом. Но погода замечательная. Пока шел... Чуть лыжники меня пару раз тут не сбили, такие активно шурует. Потом смотрю, короче, еще едет банда лыжников, такие палки такие. Потом выходят эти, без лыж, которые занимаются скандинавской ходьбой. Это очень прикольно смотрится, по сугробам с палками шуруют, без лыж. Ну, как бы так, морозец такой небольшой. Очень приятно в лесу, все пацаны, идите в лес. А я вот сейчас кофе попью. Горячий кофе в лесу, в такую морозненькую погоду, приятную, вообще вещь. У меня вот есть такой термос золотой, нажимаешь на кнопочку. Опа, класс! Кружечка, гжель. О. Манерно. Ну вот как-то так. Класс. Кофе крепкий с молоком, вернее со сливками. Вообще вещь. Грех сигареточку не закурить. Вот водки вообще неохота. Просто вот наслаждаешься природой, как бы прикольно. Водка здесь вообще как бы не нужна. Если, конечно, тут шашлык промутить, пацанов позвать, то да. Тогда под водки уже никуда не деться. А так, спокойствие, птички поют, белочки вон скачут, лыжники кое-где так проскальзывают. Лепота! Да, еще, ребят, что хотел сказать. Вот во время пандемии у нас не было концертов, так как клубы были закрыты или не закрыты, или какая-то вообще канитель там непонятная. В общем, 26 февраля в клубе Герц в городе Орле будет мероприятие Winter Trash. Вот мы там заявлены. Двери клуба откроются в 17:30, сам концерт начнется в 6 часов. На этом фестивале будет группа Explosion из Белгорода, группа Огненный Шторм из города Курска, группа Монолит, город Железногорск, Гранитный Цех, город Москва, ну и, естественно, мы, Адовый Мужик, Орлеанс Бэнд, город Орел. По возможности приходите, давно мы все уже не встречались, как бы все хотят оголтелости, вопли какого-то куража дичайшего, а также моднейших фоток, ну и прочего всего там. Приходите, не обломайтесь.